Всем привет! Меня зовут Глеб, и сейчас я хочу вам рассказать про фильм «Первому игроку приготовиться». Если попробовать охарактеризовать новый фильм Спилберга одной фразой, то она будет следующей. Посторонитесь, батя в здании. Потому что как он снимает фантастику, не снимает больше никто. Это масштабно, зрелищно, интересно и поучительно. И фильм «Первому игроку приготовиться» получился именно таким. Абсолютно с самых первых минут тебя засасывает фильм, и 2 часа 20 минут пролетает моментально. Потому что в киноленте происходят такие зрелищные моменты, от которых просто невозможно оторваться. Пожалуй, главная фишка ленты – это отсылки к музыке, фильмам, играм 80-х годов. И здесь их просто невероятное количество. Поэтому кинолента становится настоящим гимном гик-культуре. Здесь у нас отсылки к «Сиянию», «Чужому», «Стальному гиганту». Звучат песни «Stayin' Alive», «Blue Monday», «Jump». И в этом фильме еще целая куча других упоминаний культовых фильмов, игр и музыкальных композиций. И если говорить про минусы, то могу отметить, что сюжет здесь развивается ну очень быстро, и ты физически не успеваешь за всем уследить и насладиться окружающим миром. Также, скорее всего, у многих возникнет вопрос, что же лучше, фильм или книга? Отвечу так. Фильм хорош без книги, а книга хороша без фильма. Можно и книгу почитать, и фильм посмотреть, и получить двойное удовольствие. Но, по-моему, лучше сначала посмотреть фильм, а потом приступить к чтению книги. А в конце фильма нас плавно подводит к мысли, что лучше играть в игру, а не выигрывать ее. Ведь если мы победили, то игра заканчивается. А когда мы играем, то обретаем вечную жизнь. Мысль философская, поэтому нужно хорошенько задуматься над ней. Фильм однозначно рекомендую к просмотру, а всем ценителям гик-культуры советую бежать на эту киноленту. Она действительно того стоит. И хочу сказать огромнейшее спасибо кинотеатру «Современник» в Пензе за возможность посмотреть одним из первых этот фильм. Дорогой зритель, если тебе понравился обзор, поставь лайк и напиши в комментариях, что тебе понравилось в этом фильме.